Здравствуйте все, и сегодня я вам покажу, как сделать пушку в Minecraft Pocket Edition. Для этого вам понадобится обсидиан или бедрок. Я возьму бедрок. Потом динамит, зажигалка и железный полублок. Прокапываю внизу. Вот так. Сейчас я вам дальше объясню, зачем прокапывать внизу. Надеюсь, вы уже сами догадались. Так, внизу все закопали. Делаем вот так. Внизу мы прокопали для того, чтобы, когда динамит взрывался, внизу ничего не ломалось, и динамит спокойно улетал. Видите? Ставим вот здесь до конца. Я не буду делать, потому что это будет слишком большая. И потом я забыл ведро воды. Вот так. Делаем вот так. Ставим на полублок динамит и здесь динамит. Зажигаем первый динамит и через 3 секунды зажигаем второй динамит. Но это обычная пушка, но я ее довел до совершенства. Смотрите. 2 динамита. Это если уже обстрел. Ну, здесь то же самое. 1, 2, 3. 1, 2. Но это не такая уж и мощная, а вот когда уже... Значит, надо продолжить. Ой. Свинюшки хрюкают у нас тут. Вот так. 1, 2, 3. Вот. Зажигаем первую, потом 1, 2 и 3. Сейчас, подождите. 1, 2, 3. Это уже пулемет. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, на наш канал. И не забывайте рассказывать друзьям. До свидания.